почему не ввели вместе с Assured Victory какой-нибудь Assured Defeat? Что типа это предсказывает, что мы точно сольем эту катку. Ой, я себе сапог зачем-то купил. Потому что это слишком просто. Ну, блин. Ну да, предсказал. Проигрыш и слил. А мне показалось ли у нас, кто-то курьер покупал? А почему два? Кто два-то? А, их три вообще. А третий кто? Ну, Тэчесов-то три. А, и та четыре. А кто еще? Я кто? Ты сейчас плакать будешь от моей игры на Эрспирите. Только я фармлю. Ну фарми, блин. Мне пофигу. Я все равно не знаю, как им играть. Я скорее динаю, а не фармлю. Блин, я катку пересмотрел. Ты там вчера трусы вытирал, выжимал после нашей последней катки? Нет, да ничего, ты там фармил как бешеный. Как будто тебя прокляли. Блин, у них тени нету. Блин. Так, блин, что делать-то надо? Я что-то не понимаю с этими камнями. Е. Кидать камни, притягивать. Не надо их никуда кидать, Серег. Просто расставляешь по феншую. Блин, что-то я не понял, я на него нажал, когда там тень рядом была, он только потом приехал. Короче, пойду и Этерил за догоном все куплю. Так, блин, мне надо альтабнуться, гайд переключить, страницу перелистнуть. Так. После задержки превращается в ломку. А, ну это я хоть знаю. То есть надо катиться, как я понимаю, в это, в сторону своей, к этого камешка, да? Кто-нибудь вообще на нем играл? Да. Ну и что надо делать? Кидайся камнями, врывайся в битву. Спасай своих, у тебя третий, по сути, форстав. Да. Во. Я вайпера спас. У нас куры, правда, нет? Да нет, куры. Я ж видел, как я тут покупал. Поди, Вася купил, продал сразу. Ладно, я сейчас блин. Схожу и куплю нам курьера. Так ладно. Быть. Мне все равно тут заняться третий уровень только. Не, я бы ее сам просто купил, у меня голда была. Я просто думал, почему-то она у нас есть. Ну купи, я схожу, активирую на базу. Лаки вместе, походу. Так, а что еще раз старать делать? А, это валу на первое. Бьет по цели и отталкивает ее в ту сторону, в которую смотрит. Короче, первое это толкать камни, а третий притягивать, да? Типа. А у меня камень пропал. Что делать? Куда он делся? Ну ладно. Оп. Вась, прости, пожалуйста. Я перепутал. Ладно, пошел я за курьером. У тебя деньги есть ли мне купить его? Да, есть. Я тут Васю чуть был просто актив не отдал. Я, короче, не оттолкнул, но он как бы ко мне прилетел, а Васю я к себе притащил. Блин, не, ну вообще я так понимаю, слушайте, этот герой, считай, у него сало же, да, получается, есть на начальном? Сало и стан. Сало и стан? Сало и стан есть, и ульта у него там дамажит очень сильно. Я так предполагаю, что это на самом деле, если за него запотеть, то это очень хороший герой. Ну, так им народ в свое время, это ММРС апал нормально так. Блин, у меня все повисло. Вообще, я курьера купил. Здорово всем, что уж сливаетесь? Уже да. У нас на четвертой минуте появилась кура. Я хер знает, во сколько я буду, потому что на работе сижу до сих пор. Лох. Ну ничего не поделаешь, начальство трахает, а мы работаем. Везет тебе. Ну вообще классно.
Ну все, ладно, тогда, если что, это вы будете вечером попозже часов 10? Часов 10. Наверное. Не все равно. Ну, Вася, вот, понятно. Ну ладно, давай стоять, созывать. На, я просто дисруптор втащил. На, и сдох, наверное, да? В него камень просто. На, просто два камня. А боссон? Ой, не туда покатился, да плевать. Ой, ну нормально, все будет, то еще, ой, я сдох. Но я их почти двоих забрал, короче. Почти не считается. Антон, срочно приходи на ганг. Я? Ну, на меде, который. Прости, я тоже, наверное, мог. Короче, приходите все на ганг, мы там с Васей сейчас линию сольем нахрен. По-моему, вы уже слили, нет? Счет 0-4 или не вы фидли? Я только один раз сдох. И то только что. А, точно, с натопище там весело. Ну там, да, это отдаётся. Там 3 часа фидит. Хотя один раз он самоубился. Смотри, короче, чему я тут научился. Ой, а почему их два? Да почему я рун никогда не угадываю? Паки вместе, а нет, да. Закинул. Вот они угадывают. Ой, клок. Блин. Трешовые такие чуваки. Хоть они и комбят, типа, ну там в скайпе, наверное, тоже сидят. Но трешовые. Да я... Я типа иду тени фидить. Я типа, ушел. Пошли на топ сходим, Антон. Я лоу хп. Давай, тут у меня маны на пол прокачивают. Камни будут, да нет? Ладно, пошли. Просто я видел, короче, земляночкой в сложную они... стоят соло. А потом, короче, нагибают им всю тиму на Версуте. У них там борды где-то стоят. На Версуте нагибают? Ну, это... Ой. О, Клокверк. Здравствуйте. Он оттуда не уходил. Чё тут такое происходит? Тут 7-0. Изи катка. А боссаны. Жесть. Пошли, может, обод ганганем. Это лучше ходить гангай сам. Ну ладно. Пошел. Блин. Ох, ни хрена себе. Вот это я жесток. Охренеть. Блин, это... меня вообще убьет. А у тебя ульты нет, да? Нет. У Дазл 114 маны. Ему на грейф не хватит. Эй, вот подойти. Кто? Куда? Вот этот вот. Короче, я там это... Даблкил почти этот сделал. Этот кого? Миссия. Все, я пошел. Да они все что-то в миссию. Мит обоссывать. Ух, 3 хп. Просто земляночка тащит. Что-то он, мне кажется, байт. Там ТПшечка. Опять закидывают тут меня. А, клок там. Блин, мне бы шестой получить. Только я пока не знаю, что он делает. Он сейчас меня за... Ой, его туда закинул. Тут трое.
принципе, можно напасть. Есть ульта, есть все. Еще туда, наверное, пролетит спирит. Ну, да. А раньше нет. Ну, ладно. Тоже более-менее. А спирит-то как вам прилетит? Как я задел-то, лол? Что за трэш? Да. И на ТП-шке улетает. Трэш. Ну, блин, я думал, ты как я подойду сразу вот туда же. Там полк меня в ней влетел. Да, зель. Да, у меня ТП-шка была, я ведь реально мог прилететь. Течи за курой там бегает. Фу, его Свен нашел. И прям по минам. Ай, блин. Пошли ганкать. Че? Только у меня ульты еще нет. Он на хосте. Текс решил закинуть. Ну, хотя бы так. Так, сейчас я ровно угадаю, нет? Нет, конечно. О, ульта есть. А что он делает? Магнитическую. Ульту, короче, ставишь, как только она там заканчивается, ставишь камень рядом, она продляется. Там очень много дамаги может быть с нее в итоге. Угу. Она, то есть она должна закончиться и надо камень поставить или во время того, как она закончится? Нет, во время, до того, как она закончится, надо камень поставить. Лол, тут тэч с такой лоу скилл. Опа, клак вверх. С куками. Замечательно. Я не пойду за ним. Они такие беспалевные, чуваки. Я тут пеку на них. У меня маны маловато, но я пойду, ладно. Это умрет. Да, блин. Блин, не видно. Да ладно, что он может сделать? Я думаю, мы вряд ли его сейчас уже убьем даже. Он какой-то очень уже толстый, да? Да, ну ладно тогда. На самом деле можно попробовать пойти убить. А что ты отменил? Под башню я без ульты, без всего. А может клака тогда как-нибудь?
Тейхис 0-7-3. Все нормально. Отлично, Серёг. Спасибо. Вообще можно как-то Свен попытаться. Если я сейчас их не найду тут. А вон они нашли. Свена? Почти. Я вот не там, наверное, найду. Ну, долгий, блин. Или ты, Антон, летишь? Я вообще можно, да. Вот это камень чуть-чуть не долетел, обидно. Просто швыряюсь камнями из леса. Криворукая земляночка. Пов тут надо бы отвезти туда. Тут на этих напасть вот чувак. Чё там? Тебя не слышно почти. Говорю, не хотите вот на этих вот чувак? Мы уже все попробуем. Мне кажется, зря ты летишь. Очень я зря. Я не Риген. Риген нужно убирать. Окей. Они его заберут иначе. Дошли бы вы на мид все. Блин, вовремя меня отвлекли. Я там сдох в итоге. Тейхис трипл килл, это как? Не надо даже на мид подходить. Мина. Ага. Еще себе. Ой. Сильно. Ничего себе он ставит. Вас ничего там не смущает? А что должно смущать? Ну не знаю, что там все стоят снизу. Да не снизу был. Ну вот понятно. Я вообще не понял, как я выжил там. Там Свен со мной закрыли. Свен, точнее. Я его еще вытолкнул как-то. Не понял как. Я там пролетел вроде. А, ну, значит, ты вытолкнул. Ну хорошо, спасибо. Потом меня бы забрал.
Че это он тут ходит? Сейчас в меня влетает клок. А, нет, он надо. Все равно я опять не угадал. А почему у тебя спаги на ловкость? Так, я бегаю быстрее, Серег. Очевидно же. Так как они руны контролят, а? Вообще так меня, Серег, скорость атаки лучше. Я понимаю. Ага. Обоссаны. Да. Свен в инвизибл. Я боссал. А почему я не завязал форстав, я не понимаю. Ну да ладно. Свен кирасу делает. Как бы ему нафиг не надо. Вообще можно митом снести, наверное. Как-нибудь. Но не так, Серег. Я не ту кнопку нажал. Криворукая земелька сливает игру. Чё ты себе варды не купишь? Нафиг мне нужны. Чтобы руну контролить. Тут вопрос в том, что все равно появится она не там, где мне надо. Арт, я зря. На. Оп. Оп, я тебя к себе притянул. Спасибо им. Чё, тебя выкинули оттуда? Они, короче, вернули кого-то назад. По-моему, это... Нападать не будем? Не. Ты есть ДД? Хотел на ультаще откатиться. Не. Зря. Обоссан. Так, Свен, не надо, зачем ты это делаешь? На, обоссан. Да. Опалим. Я еще ни раз по мульту не поставил. Только не это. Все у меня копнули, да? Тоже обоссан. Мне кажется, нам Николай игру испортил. Вот подврёк нас по скайпу. Подключался. И мид слил. А чё ж вы там-то вообще делали? Мрашан забирали. А чё мы забрали? Так надо. Я ещё буду сейчас сыграть. Блин, я догон, наверное, вообще никогда не куплю.
Лол. Я показываю ему камень ставить, он... Или там стоят, типа... А, они стоят. Лол. Вот я лох. О, они на топе. Пошли, сейчас вылетаем, всех разбираем, короче. Изи. Артизи. Смотри, короче, тактика какая. Ставим тут камень. Короче, вот так вот подходим, такие, вот так вот, хоп. Надо по фасту сбривать дазла. Дазла. Ой, зачем мне прожал эту... А, блин, меня вернули. Зараза. Да, жесть. Но он да. Все равно не живет. Кто? Дизраптор. Живет. Что, точно живет? Вот он. Блин, эти... Толкни меня, Серег. Нет? Я до тебя не доставал. Я прям перед тобой стоял вообще. Я даже до камня достать не мог. А он хотя бы у него радиус там почти плотный. Толкни. Опять камни. Молодец, так. Зачем ты камни толкаешь, когда можно было кулака вытолкнуть? Не знаю. Надо я, наверное, полетел. Толкать камни — это выгодный бизнес. Смотри, какие. Какие? Запрещенные. Один 10-5, охренеть. У меня 2-2-9, почти 2-2-8. У меня сейчас это, пукан в режим ускоренного прогрева переходит. Что-то не рпикнул эту хрень. Да чё, чё б не поиграть. Так, я на топ через 16 секунд могу пролететь. Да, я не смогу пролететь. И через 7 секунд будет ульта. Надо, не надо. Уже не надо. Хорошо. Вася, ты в контроль много АФКаш? Да и когда не забываю АФКаш, вообще. Да просто интересно. Стараюсь недельку там чертом засос. Блин, воткнуть в АФК режим. Да. Зачем было вылетать вообще, я не понимаю. Я просто думаю, за сколько я на сундуках аркану на 3 часа отобью. О, задолго. Серж, ты вообще-то ульт можешь ставить почаще. Он и крипов дамажит, и это. Да жесть. Да. Accompany your fallen tower to the nether regions. Бараков у нас не будет. Да у нас трон тоже не будет. Даже если предположить, что у нас нормальный тэчис земляночка, все равно Вайпер со спиритбрейкером, Тиника со Свеном при их комбе. Я как бы
если я их бью, я их убиваю. Лол, там у Дазла Грейв и этот... Чего? Ну, Дазла можно убить сначала, не? Ну, как бы он в жопе стоит вроде, не? Вообще-то нет, мы его убивали до этого несколько раз. До того, как он что-то сделал. Тут просто получилось так, что... не все были. Так что... И как-то, блин, стояли. Стрём, ладно. Пошли, тебя зло убьем. Вон Клокверк. Он с инвизом? Да. Изи. Ой. Вот это да! Прикольно. Слушай, а так, по сути, хрен тебя кто догонит, давай меня свапнуть. Вообще-то тебя догонит сейчас, да. Хрен его кто догонит. С маке, что ли, или чё? Нет, они просто зашли. Просто зашли. А как они прошли здесь? Я не понял. Тут же не видно. А, ну они. Они вроде здесь прошли. Нет, вот отсюда снизу шли, не? Вот отсюда. Они вот отсюда зашли, отсюда. Ну вот отсюда был точно. Чем как-нибудь дефать будем или не будем? Серег подехал. Серег молодец. Спасибо. Так, Антон, ты это зря делаешь. Да я знаю. Где у них все это время был этот товарищ? Какой? Ну, который с руки бьет лицо. Свен? Да. Он меня убил. А потом он куда делся? Ушел. А, спасибо ему. Батл Фьюри, Кристаллис, Кираса. Почему меня первым убивали? Блин, там Сон, походу, рапиру просто выфармить хочет. А Тэч строит планы по дефу башни. Вот будет смешно, если они по топу зайдут или по миду и все снесут.
Так она только тоже заминирована. А. Нафиг я боюсь. Свен на топе. Фармит кристаллис. Вы, в принципе, можете в этих четырех лететь. Я сало дам, как встану. Оно с аганимом у меня. Аганим это типа с водочкой? Че стоишь-то? Ну я как встану, только дам. Обожаю. Он говорит, что дам стан. Ой, стан, сами. Мы с тебя сдохли. Печально. Ой, да ладно, пусть проносит, чем мы это. Да. Я думаю, мы посильнее будем. Рви давай уже. О. Получается, кстати, где-то 36 рублей в неделю. Здесь сундуков CSGO. Выходит. Это, наверное, где-то несколько месяцев потребуется. Для закупки арканы. Сказать им долбоёбам, чтоб гем купили или не стоит? Я хотел им предложить. Они что, все сдохли что ли на минах? Ну, трое. И дазл. Почти убил. Иди отсюда. Ну, спасибо. Там дрозды, походу. Щепечут. Ты чё, дрозд, рот открыл? Весело получилось, да, Антон? Я тебе сейчас репорт влеплю. Я ж тебе не специально. Потому что налобили тебя бьюш. Я не знал, что они там стоят. Вот они обрадовались, наверное. Когда им сало вылетает. Зато ты крипа того добил, в которого тычка летела. Антона, попробуй полететь, я на тебя третью нажму. Ну давай, и чё? Нет, меняет. Да. Круто. Пошли, рядом с тобой не буду так делать. О, доедалось. Вообще можно напасть. Я в КД. У них тут варды, естественно, стоят. Они нарочно, наверное. Да нет, он с вами лицом торгует.
Ну, просто начхать на все. Это Линк. Зачем? Влепит ему тортик. Пусть посидит его приорит недельку. Мне определенно нравится этот персонаж. У тебя уже два репорта. Че, третий будет? Собираются, что ли? Где мы купили? Ты че с маской репортер? Вам надо что-то делать. Ага, понятно. Изи как. Блин. Там чиник нормально так раздает. Я из Даша просто не выхожу. А вот, кстати, когда ты сейчас летел, тебя пробовал наоборот толкнуть, и тебя не толкало. Ну и почему Тэтчис не идет в атаку? Сейчас и в атаку. Нафиг он его поднял. Это же хрень Вайпер Страйк снимает. Даже что-то не так. У кого гем? Мы земляночки, а что? Да не, ничего. Вдруг ты там помрешь. А может, я хочу? Не надо. Ты так и будешь со мной ходить? Там Сван Соло спокойно сберет рожу. Можно, конечно, сходить почекать. Но я один не хочу. Мы к тебе с Антоном прилетим. Не, такими темпами не прилетим. Вон там они по топу дазл идет. Можно на дазл сгонять. А зачем ты мом включил? Чтобы от тебя убежать. Так ты от меня не убежишь. Я ж тебя через крутилку догоню. 420. Ты чё какой быстрый? Почему ты быстрее меня? На 424 мув спит. Я стал, что я ауры бегаю. А, точно. Я не думаю, что надо сходить. Только я мышкой играю после второго геморроя. Чё, у тебя геморройная? Да-да. Свен на боте сейчас заберет
барак. Что за жим? Ты, тебя Свен убьет, ты че, дурак? Он сейчас барак убьет. Это где он? Все, обоссан. Так-то да. Будем на топе давать? Обоссан. Ой, обоссан. Клокер. Блин, откуда у них там вижен было, я что-то не понял. Пойти что ли мгем отдать? Раз уж вы меня зарепортили. Блин, Антон, аккуратнее, а то сейчас никто ж не побезап... ну, это... твоем здоровье не позаботится. Ты его один разберешь, а то он меня отправил назад. Блин, нет. Я с этот попал. Чайно. Иди лечись. Иди на энджентов. Хуй, чё у тебя? Блин, я уже тебя спасать ехал. Ой. О, они опять по топу заходят. Чё? У тебя это... дисраптор так? Да. А что он сделал? Прокатил. Он, короче, вот отсюда, вот до сюда двинул. Че, откуда? Не могу рисовать. Вот, короче, вот отсюда, вот сюда его сдвинул. Отсюда, ну, короче, сюда? На несколько пикселей. Да. Ничего не заходит. Вол, они нас уже 50 минут пронести не могут. Да у нас последние игры все такие. Нам сносят две линии, и потом мы медленно организируем. Вон надо заходить. Блин, хекс. Был бы у нас хекс, был бы лучше. Опа. Однако. Все застилил, вообще все. Я не знаю, я правую кнопку на всех жму. У меня нормально. Ну, у тебя 52 интеллект. Ой, мне кажется, мы не отдефаем это. То стейксом возможно вообще отдефать это все. Главное, чтобы нам третью линию не принесли, как в тот раз. Тогда мы точно не отдефаем.
Так, а где Антон? Я не уберег я его. Не понял. Все, я нашел тебя. Ой, дисплей. Вот они. Ну, Серегу там закинь еще специально. Да. Зря. Ну там ты туда залетел. Дисруптор сдох. Я туда не пойду, И я туда еще до кучку. Ну, пошли, Вась, все закинем просто. Да не, не. Да давайте, ладно, весело же. Ой, я вылез. А блин, ну я все в иллюзию вкастовал. Там тысячи нету. Сзади Свен. Привет, Сайлент Сиру. Так. Прям нет. И дисруптор сдох. Что у нас тут на базе все заминировано? Лакверкс, а Ейнис. Тачится тут работы, непочатый край, он всю базу минирует. Ману регенить не успевает. Лол, я 20 раз сдох, у меня, по-моему, максимальное число смертей 22, все, больше я туда не полезу. Блин, достал. Ты, Антон, что там делаешь? Да не знаю. Лол. Зато 15 ассистов откуда-то взялось. Сейчас такой хуй, хоп, Свен отсюда так, на, со смока. Да нет, он там на топе просто потихоньку сейчас сойдет. Его только желательно как-нибудь до БКБ разобрать. Давать. Блять, Свен. А. Да ты уйди ты от меня. Блин. Нахрен я подошел. Ой, так, не того. Блин, у меня херс был ведь. Да блин. А, мег крипы. Изи. Ой, я сдох. Your
А Хекс не снимает Бладмейл, да? Да. Печально. Блин. Мне стрелка предложили оценить. А мне тэчисы. Я тебе, кстати, в следующей игре еще репортик дам. Не дашь. Почему нет? Ну так вот устроено. Я же тебе говорил, чтобы дать лоу приорити, надо с разных аккаунтов играть. Ты должен взять с одного аккаунта дать репорт, потом с другого, потом еще дать репорт. Да? Да. А если просто репортов накопится, по идее, я тоже должен давать ЛП. Да ничего мне сейчас не дадут после ваших там сколько двух лоу приорити. Василий, у вас твинков много? Ну, много. Но это надо же в игре, чтобы быть. Угу. Жаль. Можно в Steam зарепортить, тогда аккаунт могут забанить. С арканой на СФ. Report violation. Suspected cheater. He's too good. Там, да не читер, там на это можно, типа, что он... Обманывать. Расизм, что ли, типа того, может. Нет, he is too good at playing Earth Spirit. It's suspicious. Только ты учти, что тебя тоже могут что-нибудь проверить там. Не проверить, а что-то там. Репортить. Там, что они проверят? А заложенный репорт? Тоже. Да ладно, submit report. Я, короче, Антону в ответку репорчу. За то, что он меня при трейде обманул. Че, мы еще одну катку сливать будем или хватит такой доты? Ну, если не совсем так же, хотя бы попытки будут. Но это не от меня зависит. Я от тебе кого? Не говорю. Слил нам игру. Так, сделал рампейдж на Silent City.
Думаю, что пользуются читами. В скайпе не сознается. Да, да, пиши по-русски. Какая разница? Я читал, что... Вообще, разницы нет. Вообще никакой. Или домогательство. Предлагал поехать к нему. Так, готово. Пожаловаться. О, Солп в дот зашел. Он вроде в 10 обещал. Он по киевскому времени живет просто. Так сейчас в Киеве часов, я не знаю. 7, наверное. Подожди, сколько сейчас действительно в Киеве? А, не 7, а 8. 8. Да. Так, тогда что у нас там? UTC? Тогда где он живет? UTC плюс 5. Плохой английский был. UTC плюс 5. Поймут, ага. Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Пакистан. В Пакистане он. Или в Таджикистане. Так, еще Николай сейчас сразу зарепортим. Это... Чего у меня тут в фразе это неправильно? Что-то должно быть неправильно. Все, я тут здоров. He is say, этот сразу два времени ты заюзал. Да? Ну да. А, he said надо было. Да, he said that he wanna... Ага. Николай, ну, и не могли бы еще вы до кучи зарепортить этого уебка? Кого? Тебя. Угадай. Кого? Угадай кого. А, угадай, кого нужно зарепортить, да. Легко вообще. Стими, а потом еще в игре. А что, что случилось? Он насосал? Да, не то слово. Он специально эту катку слил. А, ну молодец он что. Все сделал просто. 3-22-17. А на ком? На Эрс-спирите. А, ну все нормально. А, ну он камнями кидался, я слышал. Он кидался камнями, кидался спиритбрейкером, кидался сайленсерами. Кидался мной тоже. Ну хотя мной не особо тоже. Все четко. Покидался. А чё вы Disable Help не включили? Так не работает оно, нахер. Не работает, лол, это ж не таргет. Это такой АОЕ-тик того. Я включил в надежде, но нет. Ну я тоже включил. Смысла не было вообще. А это, Колян, а зарепорти чё Сокол за домогательство? Ну в смысле, за какие домогательства? Ну напиши. А ты какие знаешь? Я никакие не знаю. Ну, я зарепортил стрелка за это. Ну а что там? Я чувствую, у нас сейчас вот все аккаунты побанят за такие репорты. Напикайте, я пока этого Васю с Коляном зарепорчу. Готовься к масс-репортам. Ну чё, у меня он у этого, у Кактулуса тоже куча твинков, я у него их стрельну. Ну, у меня, сейчас скажу, сколько. Чё у тебя? Да и, в принципе, порейкить их несложно, аккаунт-то. Блин, у кого-то микрофон на полную включился. У меня, походу, да? А ещё я попрошу это... На стриме у Хакона, чтобы кого-нибудь ну, зарепортили. Соточка. Нормально. 100 репортиков. ВТ. Надо было бы еще обуч буковку World of Tanks было бы.
tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. La belle attitude de la patience comme certitude collée à trois fils, 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 liée à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire. Que tu respires, pire, pire. Dans ton air, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeur tenace. Que cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres remontent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'âge s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Так, Колян я зарепортил за это, за то, что он за другого человека себя выдает. Я что-то дот зависал, что ли? Все, дошел мой репорт до Гейба.